Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Вас приветствует Алена Ариес. Я таролог и психолог. От всей души благодарю вас всех за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои видео. Мне очень и очень приятно. И сегодня, девочки, для вас расклад, какой мужчина идет вам по судьбе, и ключ от его сердца. Данный расклад, девочки, подходит абсолютно для всех. Вы можете посмотреть, то есть если вы сейчас с мужчиной в паре, вы можете посмотреть, действительно ли этот мужчина вам по судьбе. Вот. Либо же будет другой мужчина в вашей жизни, который действительно будет дан вам судьбой. То есть вы можете посмотреть, какой же мужчина сейчас рядом с вами, по судьбе или нет. Ну и, естественно, для тех, кто еще не в паре, вы можете посмотреть, какой же мужчина действительно идет к вам по судьбе. Вот. И когда вы встретите этого мужчину и ключ от его сердца. Вот такой многогранный сегодня расклад, девочки. Достаточно глубокий, сложный. Вот. И еще хотела бы пояснить сразу о том, что есть у меня на канале расклад «Какой мужчина вам по судьбе». Там не все почему-то поняли. Там я давала просто характеристику, какой мужчина вам по судьбе и какой мужчина, потому что мы меняем свою судьбу, мы меняемся сами, да, мы над собой работаем, иногда жизнь нас меняет. И я еще давала характеристику, какой мужчина вам больше подходит. А здесь, девочки, конкретно уже, какой мужчина идет вам по судьбе. То есть, возможно, что вы даже находитесь с мужчиной в отношениях или в браке, но по судьбе вам идет совершенно другой мужчина. И, возможно, у вас действительно по судьбе, что вы выйдете замуж за другого мужчину. Такое тоже возможно. То есть посмотрим сейчас, действительно, будет ли другой мужчина в вашей жизни, именно который вам по судьбе. Итак, девочки, смотрим. В раскладе будет 4 позиции. В каждой позиции я выложу 3 карты. Первая карта будет этой характеристика, да, какой мужчина вам по судьбе, чтобы вы посмотрели. Вот, и оценили, то есть для тех, кто в отношениях, какой действительно мужчина вам по судьбе, да, тот ли мужчина находится с вами рядом. Дальше, девочки, выложим карту для тех, кто одинок, когда этот мужчина появится в вашей судьбе. Вот, и третья карта, это как себя с ним вести, то есть карта совета. Вот. Ну, а уже, что касается отношений, как будут складываться ваши отношения, вы можете посмотреть другие видео на моем канале и узнать, как же будут, когда встретите мужчину, как будут складываться ваши отношения. Либо еще различные видео у меня есть. Например, выйду ли я замуж, да, и как будут складываться отношения. Ну, посмотрите, подберите себе тему, которая вам ближе, и посмотрите, как будут в будущем складываться ваши отношения именно с тем мужчиной, который вам по судьбе, которого вы встретите. Напоминаю, девочки, также, что это общий онлайн-расклад. Его точность зависит только от вашей интуиции. Для записи на личную консультацию смотрите контакты под видео, пишите на Viber или WhatsApp. Пожалуйста, пишите, а не звоните, потому что звонки мешают проведению консультации и записи видео. Можно аудиосообщение. Также, девочки, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. И обязательно оставляйте под видео свои комментарии. Мне важно ваше мнение, очень интересно, как у вас проигрывается та или иная позиция. Также, девочки, пишите свои актуальные вопросы и заявки на новые темы раскладов. Итак, девочки, начинаем. Какой же мужчина идет вам по судьбе? И ключ от его сердца.
для тех, кто смотрит данное видео в тот момент, когда вы его смотрите. Какой мужчина идет вам по судьбе? Когда вы встретите этого мужчину? И как себя с ним вести? Совет от карт. Вторая позиция. Какой мужчина идет вам по судьбе? Идет к вам уже по судьбе. Когда вы его встретите? И как вам себя с ним вести? Третья позиция. Какой мужчина идет вам по судьбе? Когда вы его встретите? И как вам себя с ним вести? И четвертая позиция. Какой мужчина идет вам по судьбе? Когда вы его встретите? И как вам себя с ним вести? Итак, девочки, сосредоточьтесь на себе. Подумайте. Подумайте о себе, о своей судьбе. О том, возможно, какого бы вы хотели мужчину иметь рядом с собой. И интуитивно выберите ту позицию, которая вам больше нравится или которая у вас отзывается. Напоминаю, что для правильного выбора достаточно 3 секунд. Но если вам хочется подумать еще, нажмите на паузу. И мы приступаем, девочки. Итак, какой же мужчина идет вам по судьбе? Когда вы встретите этого мужчину? И как вам лучше себя с ним вести? Итак, девочки, рассказываю. По восьмерке мечей рассказываю, девочки, какой мужчина идет вам именно по судьбе. Мужчина тихий, спокойный, мужчина, который не умеет отстаивать свои интересы. Мужчина мягкий, застенчивый, который не всегда может трезво или реально, да, смотреть на обстоятельства. Но при этом мужчина, который предпочитает традиции, нормы, правила. И мужчина, у которого, тем не менее, девочки, все-таки есть внутри какие-то страхи, комплексы. Вот, поэтому, что я еще хотела бы сказать. Ну, вот такой вот он, знаете, закрытый, да, очень... Он даже не холодный, а мужчина, который... Ну, скуп на проявление чувств. Поэтому смотрите, как бы, какой мужчина сейчас с вами рядом. Вот. Либо, возможно, был в вашей жизни уже такой мужчина, потому что, ну, вот мужчина идет вам по судьбе. Ну, то есть, если у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв, развод, возможно, именно с таким мужчиной, то я хочу сказать, что здесь по этим картам у вас, это мужчина действительно вам по судьбе, и здесь будет примирение. Я даже скажу, когда... В течение 6 недель будет примирение. Но здесь вам нужно, девочки, проявить инициативу. Именно инициативу, именно настойчивость, активность, да. Здесь даже не завоевание, а именно настойчивость проявить для того, чтобы наладить отношения с этим мужчиной, если действительно уже как бы мужчина есть в вашей жизни. Именно такой, который действительно вам по судьбе. Вот я сейчас описала, собственно, какой мужчина вам по судьбе, но при всем при этом, девочки, мужчина серьезный. Вот, то есть здесь действительно человек серьезный, но вот в силу характера, вот он такой мягкий, не всегда, зачастую не может принять решение, поэтому я говорю, здесь важна именно ваша настойчивость, ваша активность, для того, чтобы быть с этим мужчиной. Также, девочки, для тех, кто одинок, вот идет по судьбе к вам мужчина, как бы не упустите, потому что человек мягкий, застенчивый, вряд ли он сделает первый шаг для знакомства. Поэтому не упустите, здесь встретите вы этого мужчину через 6 недель, будьте внимательны, не упустите свою судьбу. И здесь, девочки, карты говорят о том, что вам нужно проявить инициативу для знакомства, для завязывания отношений с этим мужчиной.
Ну, и я хочу сказать, что в отношениях с этим мужчиной, естественно, конечно, руководящая роль будет у вас. То есть вы будете строить отношения, вы будете нести за всю ответственность, но при этом мужчина серьезный, ответственность у него тоже есть. Но вот он такой закрытый в плане чувств, да, то есть он из-за страхов, да, из-за своего же прошлого, ну, из-за его прошлого, он, собственно, именно закрыт. Но ничего, девочки, вы постепенно его раскроете, и вообще мужчина такой очень даже серьезный, и для совместной жизни, даже для брака очень даже благоприятно. Да, где-то мягкий, но при этом мужчина ответственный, надежный, и, ну, действительно, бы с ним были стабильные отношения, вот так бы я сказала. Вот, так что смотрите, девочки, не упустите свою судьбу. И это была первая позиция, девочки. Переходим теперь ко второй позиции. Вторая позиция. Какой мужчина? Ну, тут император идет вам по судьбе. Когда? А я хочу сказать, что вот этот мужчина уже есть в вашей жизни. Вот. И как вам себя с ним вести. Итак, девочки, рассказываю подробно. Даю полную характеристику мужчины по старшему аркану император. Это, естественно, мужчина властный, сильный, строгий, прямолинейный, не терпящий вообще возражений. Мужчина решительный, мужчина, который готов идти на риск, мужчина завоеватель, твердый, но при этом нетерпеливый, вспыльчивый, авторитетный, успешный. Скорее всего, мужчина, который занимает высокую должность, либо лидер в коллективе, да, в коллективе, в обществе. Но, скорее всего, все-таки такие мужчины занимают высокую должность. То есть сейчас оцените, а вот такой именно мужчина идет вам по судьбе. Карты говорят о том, что он уже есть рядом с вами. Возможно, действительно уже вы состоите в отношениях или в браке с таким мужчиной. Тогда вы можете быть уверены, что это мужчина действительно вам по судьбе, это ваша судьба. Вот. Если же вы сейчас одиноки, то я хочу сказать, что этот мужчина уже есть в вашем личном пространстве. Вот, потому что следующая карта – это король жезлов. Фигурная карта говорит о том, что мужчина уже есть рядом с вами. По крайней мере, в вашем личном пространстве точно. Вот. И когда вы встретите этого мужчину, да, то есть если вы не видите его сейчас, вот, но здесь мужчина будет проявлять однозначно, ой, мужчина, инициативу будет проявлять однозначно мужчина. Поэтому я думаю, что здесь у вас нет шансов упустить свою судьбу. И по королю жезлов, если я же говорю, вы не видите сейчас этого мужчину рядом с собой, то здесь в течение недели вы однозначно поймете, кто этот мужчина. Потому что он, возможно, начнет уже в течение или к концу недели, да, или по истечении недели начнет проявлять инициативу. Дальше, девочки. Как же вам с ним себя вести? И по тройке пентаклей. Укреплять дружеские связи. Вот, возможно, действительно сейчас, как бы, если вы не в паре, у вас отношения, вот карта тройка пентаклей говорит о том, что, возможно, ваши отношения начнутся именно с дружбы. Или сейчас у вас дружеские отношения, которые потом перейдут в серьезные отношения. Но здесь император, это карта мужа, это однозначно в будущем перспективные брачные отношения. Вот. И здесь еще тройка пентаклей говорит о том, что, возможно, вы связаны. Общим делом, возможно, этот мужчина, то есть вы с ним как-то пересекаетесь, либо работаете вместе, либо как-то пересекаетесь именно по работе. Поэтому проанализируйте, если сейчас вы одиноки и не видите, не знаете, кто этот мужчина,
то проанализируйте ситуацию, проанализируйте всех своих знакомых на то, кто же из них тот самый император, который действительно идет вам по судьбе. Вот. И еще совет от этой карты, то, что как вам себя с ним вести, нужно всеми делами заниматься вместе, девочки. Здесь очень хорошо будет совместное дело какое-то, совместный бизнес очень хорошо пойдет с этим мужчиной. Вот. Также любые бытовые дела, ремонт, покупка дома, покупка машины. Все дела делайте совместно. Даже уборку по дому делайте вместе. Вот об этом, собственно, говорит тройка пентаклей, о том, что все делайте вместе. И даже на первых порах просите этого мужчину о помощи. Пусть он вам помогает, и вместе с ним делайте какие-то ваши дела. Потому что если вы одиноки, скорее всего, есть у вас дела, в которых точно нужны мужские руки. Вот. Так что вот такой совет. Так что, девочки, наслаждайтесь. Желаю вам счастья. Не упустите свою судьбу. Переходим к следующей позиции. Третья позиция. Какой мужчина идет вам по судьбе? Когда вы его встретите? И как вам лучше себя вести? И рассказываю теперь подробно, девочки. По старшему аркану звезда, человек, который идет вам по судьбе, то есть, девочки, смотрите, возможно, действительно, он уже рядом с вами, и, возможно, действительно, даже вы находитесь в браке с данным мужчиной. Это человек легкий на подъем, человек, живущий мечтами, очень романтичный, открытый, дружелюбный. Человек, который любит путешествия, чувственный. Человек, у которого развиты творческие способности, интуиция, у которого постоянно появляются какие-то новые цели, желания. Ну, такой действительно легкий на подъем. И который действительно способен вообще изменить ваш взгляд на мир. Возможно, уже и меняет. Вот. Но если такого мужчины сейчас рядом с вами нет, девочки, смотрите. Сейчас будьте внимательны, потому что вот когда... Девятка пентаклей говорит вот о чем. Дело в том, что пентакли – это годы. Соответственно, девятка пентаклей говорит о том, что этого мужчину, который вам по судьбе, вы встретите через 9 лет. Вот. Еще о чем эта карта говорит. Возможно, действительно, то есть, возможно, вы находитесь в брачных отношениях, либо в длительных отношениях, но рядом с вами другой мужчина. И вот свою судьбу, возможно, вы действительно встретите через 9 лет. Но еще, девочки, карты Таро, каждый аркан Таро многогранен. И эта карта еще говорит о том, что вы можете встретить свою судьбу, особенно это важно для тех, кто одинок, это зимой. То есть девятка пентаклей, кроме того, что она обозначает 9 лет, она еще говорит о том, что это зима, да, то есть зимой возможно. Так что смотрите, девочки, если вы как бы зимой не встретите, но опять-таки не упустите свою судьбу, будьте внимательны, я специально дала такую подробную характеристику мужчине. Поэтому не упустите свою судьбу, если зимой не встретите, то тогда точно через 9 лет. Вот такая карта. Но это не говорит о том, что вы никакого мужчину не встретите. Я имею в виду здесь только мужчину по судьбе. Да? И бывает такое, что мы действительно свою судьбу встречаем уже на склоне лет. У всех бывает по-разному. Так что, девочки, я здесь не говорю вообще о мужчине. То есть, если вы одиноки, у вас вполне есть перспектива, посмотрите мое другое видео. В августе... Таро-прогноз на август, любовный таро-прогноз на август, я там подробно рассказываю,
когда, какого, ну, то есть встретите ли вы мужчину для серьезных отношений именно в августе. Еще есть видео на моем канале, когда вы встретите мужчину для серьезных отношений. Посмотрите, пожалуйста, потому что мужчину по судьбе вы действительно можете встретить через 9 лет, но при этом за это время вы уже можете побывать в браке или быть в счастливом даже браке, да? Вот, и при этом через 9 лет вы встретите мужчину, который вам по судьбе, и не факт, что вы захотите связать с ним судьбу. И что же нужно делать, девочки, как вести себя с этим мужчиной, который вам по судьбе, и по двойке кубков использовать личные связи и заявлять о своей симпатии, конечно. То есть мужчина открытый, и карта двойка кубков вам советует тоже не скрывать свои чувства по отношению к этому мужчине. Вот, и что я еще хочу сказать, девочки, вот для того, чтобы действительно, то есть для тех, кто одинокий, вот здесь вот эта карта двойка кубков, это карта как раз любовного союза. Для того, чтобы вообще, девочки, встретить свою любовь, конечно, нужно избавиться от прошлого, стать более открытой, потому что зачастую многие девочки, мы хотим отношений, но при этом всячески закрываемся от любого общения с мужчинами, от новых отношений. Страхи, комплексы мешают, естественно, потому что, обжившись на молоке, дуешь на воду. Вот. Поэтому вот как раз-таки двойка кубков говорит о том, что проявляйте свои чувства. Понравился мужчина, неважно где, на улице, в супермаркете, в парке, на работе, проявите свои чувства к нему. Тем более, если мужчина, ну, положим, на улице, в супермаркете, вы не знаете, свободен мужчина или нет. Ну, неважно, проявите свои чувства. Ну, будет человеку приятно, и вам приятно. А возможно, человек действительно находится в поиске, и увидев вашу искреннюю улыбку и заинтересованность, предложит серьезные отношения. Вот об этом как раз таки и говорит двойка кубков, о том, что будьте более открытыми, проявляйте свои чувства, проявляйте свою заинтересованность к мужчинам вообще. Вот. И так вы быстрее сможете прийти именно к любовному союзу. Вот такая была третья позиция, девочки. Желаю вам побыстрее найти мужчину для серьезных отношений. Посмотрите, когда наступит время, какой мужчина появится, тот, который вам реально по судьбе. И переходим, девочки, теперь к четвертой позиции. Какой мужчина вам по судьбе? Когда вы его встретите? И как вам лучше себя вести с этим мужчиной? Даю характеристику мужчины, который идет к вам по судьбе. По королеве жезлов это мужчина харизматичный, горячий, непоседливый, переменчивый, при этом легкомысленный, но очень творческий. Мужчина, который, скорее всего, имеет авторитет в обществе, мужчина-лидер, мужчина, который уже добился определенных успехов в жизни. Вот, может также занимать и высокую должность. Вот. Так что мужчина такой очень, даже очень-очень перспективный. Вот такой мужчина, девочки, идет вам по судьбе. Но здесь по королеве жезлов я хочу сказать, ну и по следующей карте, следующая карта по Пафоса, я хочу сказать, что, скорее всего, такой мужчина уже есть в вашей жизни. Возможно, он находится рядом с вами сейчас. Вот, либо здесь еще карта старший аркан Шут говорит о том, что, возможно, у вас только, вы только познакомились с этим мужчиной, либо только у вас самое-самое начало отношений.
Либо это могут еще быть девочки отношения в интернете, либо с мужчиной на расстоянии, да. То есть такой мужчина уже есть в вашей жизни. Если вы не понимаете еще, то есть и вы одиноки и не понимаете, что это за мужчина, о каком мужчине я говорю, то есть не видите этого мужчину рядом с собой, то я вам скажу, когда же вы его увидите. Но здесь инициатива все-таки будет исходить от вас, так что имейте в виду, не упустите свою судьбу. И по старшему аркану Папесса встретите вы этого мужчину либо через один месяц, либо в начале следующего месяца, прямо в начале, да, то есть в первых числах, либо осенью, то есть, ну, тоже приблизительно один месяц. Но опять-таки зависит от того, когда вы смотрите данное видео. Но ориентировочно это месяц, либо в начале следующего месяца, да, то есть в первых числах любого, если, к примеру, если вы смотрите видео 20 числа какого-либо месяца, то, возможно, вот эта встреча как раз-таки в первых числах следующего месяца. Даже если вы 30 числа какого-либо месяца смотрите данное видео, все равно в первых числах следующего месяца, либо через месяц. Вот. И если приблизительно по срокам близко осень, да, то, возможно, осенью. Но, опять-таки, осень тоже 3 месяца здесь. В любом случае ориентируйтесь приблизительно на месяц, то есть в течение месяца вы встретите именно вот этого мужчину, который идет вам по судьбе. Дальше, совет от старших, как вам себя вести с этим мужчиной. Во-первых, я еще раз напоминаю, не упустите свою судьбу, потому что здесь будет инициатива с вашей стороны. Вот, и совет по старшему аркану Шут. Старший аркан Шут говорит о том, чтобы вы не сопротивлялись своей судьбе, отдались действительно полностью в руки судьбы, перестали просчитывать все наперед, перестали прогнозировать и как-то предсказывать свое будущее. Я не в смысле карт, а очень часто мы негативно программируем себя на какие-то не очень хорошие события в жизни. Вот я о чем. Вот. Дальше. Также советуют пойти на риск и попробовать действительно что-то радикально новое. И здесь опять также я дополняю еще, что здесь инициатива должна быть проявлена с вашей стороны. То есть действительно, вот увидите этого мужчину. Ну, хочется прям сказать, цепляйтесь за него руками-ногами, проявляйте инициативу, это ваш мужчина по судьбе. Действительно, идите на риск, говорят карты, здесь действительно нужно рискнуть, действительно довериться судьбе, и тогда, говорит старший аркан Шут, вы будете счастливы, и вы не пожалеете. Но, опять-таки, девочки, для тех, кто в паре, я не призываю к разводу. Ни в коем случае. Если вас устраивает ваш муж, если у вас прекрасная пара, если у вас длительный союз, то уже смотрите сами, что для вас лучше. Потому что зачастую мы все-таки меняем свою судьбу. Вот, поэтому, возможно, по судьбе идет вам один мужчина, а в жизни рядом с вами находится другой мужчина, с которым вы вполне счастливы, который вас полностью устраивает. Вот. И здесь я не говорю о том, что вы должны действительно все бросить и кинуться за тем мужчиной, который вам по судьбе. А вот для тех, кто одинок, да, однозначно, здесь, конечно, нужно приложить все усилия. Действительно, этот мужчина, это ваша судьба. И здесь вы действительно не пожалеете, будете действительно счастливы, это действительно будет замечательный союз. Вот такая была четвертая позиция, девочки, женщины. Желаю вам искренне всем счастья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Для записи на личную консультацию
пишите мне на Viber или WhatsApp. Контакты смотрите под видео. Еще раз всем желаю счастья. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока.